Мы хотим как можно больше, чтобы тренеры понимали ответственность свою за спортсменов, за людей, вот с кем тоже, они да. работают. И если тренер не занимается в этом направлении, не читает литературу, не двигается в этом направлении, то я считаю, что это, скажем так, ну, скажем, мягко говоря, это не тренер. Некоторые вещи, которые для нас кажутся нормальными, гонять спортсмена до тех пор, пока он не упадет, это считалось, скажем, выше, скажем так, фишкой в спорте. Оказалось глупостью. Известно, что все науки проходят 4 стадии развития. То есть это мифотворчество, авторитаризм, эмпирика и уже потом идет теоретическое математизированное мышление. Да, в принципе, их даже по-своему можно понять, как они могут признать то, что они вот занимались не совсем правильной работой долгие годы.